Добрый день, дорогие друзья, коллеги, студенты и гости нашего праздника. Мы рады новой встрече с вами. Свою жизнь русский народ всегда окружал песнями и музыкой, льющейся из русских народных инструментов. Ведь ничто так не близко человеку, как звук родного, знакомого с детства инструмента. Эта необыкновенная палитра звуков разольется сегодня в зале в исполнении Оркестра народных инструментов Московского областного колледжа искусств. Художественный руководитель которого – почетный работник среднего профессионального образования России Марина Микитская. Thank you.
прозвучало произведение Николая Будашкина «Сказ о Байкале». В самые сложные моменты нашей жизни мы всегда обращаемся к музыке. На сцене академический хор Московского областного колледжа искусств, руководитель Валентин Константин. Георгий Свиридов, «Отчаявшая Русь». Thank you.
Московского областного колледжа искусств, руководитель Инесса Маура. Зорька Алая.
Терлинкалась балалайка, так и сыплю, терли-терли. Ну-ка, милая, подыграй-ка, да по-русски заговорим. Александр Цыганков. Интродукция и чартерс. Солист, лауреат международных конкурсов Богдан Дюрк. Thank you.
Прибылов, весенний город. Thank you.
музыка Константина Арбеляна, слова Лазарева, шум берез. Солист Валентин Константин. Разносила на потеху миру
в скоморошьих озорных руках, складных песен, звонкую сатиру, старых сказках, баснях и стихах. Александр Цыганков. Вариации на цыганскую песню «Мордяки». Солистка Анастасия Жбодинская. Thank you.
сейчас я с удовольствием приглашаю на эту сцену ансамбль народного танца Московского областного колледжа искусств. Вы мои друзья. Thank you.
оркестр русских народных инструментов стал явлением уникальным не только в отечественной, но и во всей мировой музыкальной культуре. Сегодня он представляет собой особый синтез русского фольклора и европейского академического искусства. Обладает при этом неповторимым характерным тембром, ставшим в определенной степени музыкальным символом русской национальной культуры. На сцене оркестр народных инструментов Московского областного колледжа искусств. Владимир Дитный, «Коробейники».
Уважаемые наши ружане, работники культуры и все, кто смог вот так вот, не покладая рук и ног, собственно говоря, внимательно следить за происходящим. Мы очень гордимся тем, что вы все-таки здесь с нами. Вы представляете наше лицо перед оркестром. Оркестр сегодня блистал настолько, что я вам хочу откровенно сказать, что нам этого искусства и в жизни, и в районе очень не хватает. Мы сейчас сидели обсуждали, что мы делаем. Только что была девочка наша воспитанница, у вас учится, тут, наверное, есть еще кто-то. Обсуждали и пришли к выводу, что, во-первых, наше частное предложение «давайте дружить с семьями». Мы и так, в принципе, хорошо общаемся, но высочайшее искусство, оно всегда будоражит, оно всегда воспитывает, оно всегда настраивает на тот лад, что все-таки нас не повалить, нашу Россию. Ребята, вы просто супер все. Молодцы. Я вам это говорю вручную, потому что я сам играл первый вариант года у Виктора Павловича Дубровского. Если слышали такую фамилию, мне очень повезло. То есть это великий человек. Я играл у него первый баян в оркестре, было 80 человек. И вот все, что вы сегодня играли, часть программы, которую я когда-то тоже играл, великолепно. Великолепно еще и потому, что сейчас вот я Александр Николаевич так пихнул в бок. А смотри, в конце этот темп взяли, чуть-чуть даже с запасом завышенный. А ну-ка, интересно. Молодцы, выхилили все. Все выхиливаете, молодцы. Супер, просто молодцы. Спасибо вам за ваше искусство. Спасибо вам за то, что вы есть в нашей жизни. Спасибо вам за то, что вы будете дальше нести это высокое искусство, воспитывать своих детей, наших детей. И будете гордостью нашей России. Спасибо вам. Я буквально минуточку продолжу, скажу слова благодарности нашему замечательному колледжу, потому что я тоже когда-то начинал в этом замечательном оркестре, но Вячеслава Михайловича Назимова. Вот, поэтому здесь много наших выпускников нашего колледжа. Я хочу сказать только одно, чтобы колледж процветал, чтобы колледж жил и выпускники приезжали к нам и дарили культуру. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мы очень любим вас, дорогие наши. Приезжайте к нам в гости и приглашайте нас к себе. Вела нашу сегодняшнюю программу студентка второго курса отделения постановки театра «Зовых представлений» Елена Атарбаева. Спасибо. Ну что ж, до новых встреч. До свидания. Come on.